имя которой Карина, и замглавы по имени Евгений провели честный подсчет и готовы нам озвучить цифры, где соревновалось два кандидата. Кандидат от меньшинства, может быть, а может быть и нет, будущий Евгений Ильич, и от большинства, потому что у нас женщин в Беларуси больше. Евгеньевна, а теперь давайте узнаем точные цифры, которые мы имеем на данную секунду. Итак, на кандидата Евгения Ильича было собрано, мы все доллары переводим в белорусские. 195 рублей. 195 рублей, ваши аплодисменты! Это очень солидно, такой небольшой компании. Итак, внимание, судя по хитрым глазам Карины. Она что-то узнает. И готова объявить, сколько же набрала Евгеньевна? 223! Это означает, что на 30 голосов больше собрала прекрасное будущее леди. Если кто-нибудь здесь не согласен, я начинаю обратный отчет, он может исправить ситуацию. А пока что плюс 30 лидирует девочка раз. Плюс 30 лидирует будущее Евгеньевна 2. Плюс 30 больше собрала Карина, Женя Лентяй 3. Плюс 30 всего лишь рублей лидирует девочка 4. Папа щедрая душа. Плюс 10 рублей лидирует мальчик 1. Плюс 10 рублей будущее Евгеньевна 2. Плюс 10 рублей лидирует девочка 1. Плюс 10 рублей лидирует девочка 2. Последняя определяет 5 цифр еще. Много там. Все, я уже забудется, мы сейчас будем считать речи, но все. Внимание, мы ничего не считаем. Я просто говорю последние 10 цифр. 10. Кто хочет добавлять? 9. Хлопчик, Колька, кто лидирует, мы не знаем уже, вам все не важно. 8. Семерочка. Шестерочка. Нам очень приятен ваш задач. Это такие второй тур наших детских номеров. 5, 4, 3. Последние цифры. 2. Сразу скажу, мы вообще не знаем, кто лидирует. 1. Посмотрите, пожалуйста, как красиво смотрится дядя Толя, у которого из пиджака 500 евро. 1-2! Все. Вот теперь точно. Кроме бабушки никто добавить не может. Да. Кореночка. Бабушка, пожалуйста. Бабушка всегда можно добавить. Бабушка любит, чтобы детки были потолще, чтобы и ползунки были потолще. Бабушке можно. Все. Мы ничего не добавляем. Пусть будет интрига, я умоляю вас. Что вы сейчас они мне сказали, это будет правда, и мы это не меняем. Хорошо? Пожалуйста, пересчитайте. Окунитесь обратно на красный диванчик.